Всем привет, уважаемые леди и джентльмены, на проводе YouTube-канал Боттербин. Сегодня, помимо анекдотов, мы выпускаем с вами очередной выпуск по Фортнайту, где наш спецагент никак не угомонится и все берет и берет первые места. Как обычно, мы рассмотрим яркие ключевые моменты этого шоу, и мы незамедлительно переходим к первому моменту, в котором мы побеждаем первого игрока, которому не повезло оказаться на нашем пути. Поехали! Эпизод 1. Заправка пикапа. Но пикап не заправить не удали. Не дали, точнее. Я заправил его всего лишь на 30%. Тут же на меня совершили нападение. Я решил отбиваться. Игрок немножко глупил, потому что вместо того, чтобы достать огнестрельное оружие, которое у него было в наличии, и пытаться прострелить сквозь стекла голову водителю, он начал почему-то долбить машину с целью ее взорвать, как я понял. Это игровая условность, которая предусмотрена в Fortnite. Здесь можно взрывать машины путем нанесения ей длительного урона с помощью кирки для сбора ресурсов. Здесь я ничего не подрезаю, не вырезаю, потому что тут же идет у нас второй игрок следом, а за вторым третий. Мне не дали совершенно передохнуть, пришлось аж колеса выкинуть. Такой был напряг. Вот я, правда, пару раз промазал, это можно в упрек мне отметить, но благодаря тому, что мой дробовик оказался легендарным, урон у него достаточно высокий, и мне удалось выйти победителем из этой схватки, записав на свой счет третьего поверженного игрока. И мы переходим к четвертому. Заправленный пикап несется на всех парах к победе. Заезжает в гору, движок не выдерживает немножко, гравитация — бессердечная тварь, поэтому мы немножко замедлились, но это замедление сыграло нам на руку, потому что я увидел стрейфы от пуль, которые летели в нашу сторону. Пули эти выпускал смелый игрок, который решил со мной немножечко пободаться, но, как вы поняли, он очень скоро отправится в лобби. Ну вот так, мы размазали его по траве. Сейчас посмотрим, что у него тут хорошего в луте, и будем двигаться дальше. Вещей собрали мы не густо, и тут же попали в неудачную ситуацию, где нам пришлось разобраться с одним игроком. И абсолютно без передышки тут же попадаем в прицел другого, записав на свой счет пятого игрока. Готовимся угандошить шестого и занять первое место. Засыпали градом пуль мы этого чувачка, который почему-то перестал стрелять в нашу сторону. Хотя у него были все шансы победить, потому что меньше половины полоски жизни было у моего агента. На этом заканчиваем. Всем пока!